Всем хай, с вами Амайн, вы на канале Амайн Гейминг. Мы продолжаем проходить Battle Pass в новом обновлении Subject X в честь Хэллоуина в Standoff 2. 0.26.0, ежедневные задания у нас как бы вышли, появились, получить 30 очков в режиме гонка вооружений. Давайте, let's go, поочередно все выполняем. Я как бы прислушиваюсь к вашим просьбам, потому что вы мне постоянно пишете, мол, на стримах. Особенно на стримах и в телеграме тоже, как бы в телеграм-канале, что ссылочка в описании. Постоянно пишите, почему не выходят видосы с прохождением Battle Pass, почему выходят видосы постоянно, как вы играете мем, клановые битвы и союзники. Объясню, потому что я думаю, то, что вам это не интересно. Оказывается, интересно, поэтому мы как раз-таки погнали. Интерфейс у меня отключен, извиняюсь. Короче, погнали. 30 очков опыта, получается, нужно заработать. Сейчас мы это фастиком сделаем. Кстати, на секундочку, я вообще не размят. Я только вот зашел в игру, сразу же с работы приехал. И let's go, давай как бы снимать, делать контентик небольшой. Так, получается, у нас очко опыта дается за уровень. Все верно, это получается целые две каточки в гонке вооружений. А две каточки, между прочим, это не мало. Фух, первая каточка сыграна. Я на первом месте, 36 на 18 отыграл. Опять же, не размят, не надо меня хейтить в комментариях. Получается, 19 очков опыта, нужна еще одна каточка. Погнали. Итак, выполнил, получается, я задание. В гонке вооружений у нас больше заданий нет. Давайте смотреть, какое задание у нас следующее. Опа-на! У нас тут новый уровень, получается. Две рарочки, стикер Subject X и Crazy Devil. Ну, окей, окей, как бы ничего необычного. Четвертый левел у меня в данный момент. Завершить два матча в режиме эскалации. Это будет не быстро. Но, ладно, давайте погнали. Итак, первый раунд, 2 на 3 играем. Давайте посмотрим. Я вроде за две гоночки размялся. Более-менее плюс-минус. Ну-ка сходу хаешечку вот так вот бахаем. Раз. Отсюда идти будут? Нет, не будут. Будут идти отсюда. Не понял. Окей, минус один. Так, я, пожалуй, юспик возьму. Аккуратненько сейчас надо отыгрывать максимально. Так, двое. Я вот так, опа, сходу. Красавчик. Итак, последний раунд у нас. Я иду 12 кд. Короче, я красавчик, нормально. Сходу флешку на мид. Можно еще хаешечку бахнуть и пропушить. А чё бы как бы и нет. Флешка вот эта вот вторая лишняя. Немного минус один. Но второго нету. На кт есть чел. Ага. Вот так, значит. Меня еще спину. Это что, будет первый раунд, который мы сольем? Серьезно? Я думал, это ласт раунд. Все, на изяк затащим. А фиг там, получается. Фиг там. Ну да, ну сейчас все будет. Не ну, дефайте уже время, не тяните. Вот на что называется. Когда ты играешь молча, ты как бы фулл фокус. А тут немножечко раз фулл фокус произошел. Ну ничего страшного, ребят. Вы мне не мешаете. Let's go. Флешку сходу на КТ кидаем. По логике респавна рандомного, получается, там сейчас должны быть типы. Ладно, нет. Значит, будет низ. Есть. 3, 2, 1. Чуть позже надо было. И ласт тип, он АФК. Его забрать на изя. Все, молодцы, ребята, красавчики. Итак, шоу у нас получается. Одна катка отыграна, мне интересно, тут есть еще задание? Получить 3000 очков опыта еще. Так что вторую, ну, третью играть навряд ли будем. Третью играть навряд ли будем. А зачем? Реально, зачем? Мы сейчас, получается, за еще одну катку столько же опыта получим и выполним задание. В принципе, отлично. Погнали в еще одну каточку. Итак, ластовый раунд. Второй катки эскалации. Я надеюсь, что он ластовый, а не как с прошлым будет. Раунд сольем. Иду 7-0 КД. Ребята там тоже как бы разбираются, тащат. Ну и противники как бы ливают, так как не могут нас выиграть. Ну вот не могут, ну ни в какую. Мид КТ. КТ минус. Ласт мид. Бамс, бамс. Просто с двух тык вынес. 8-0. Отлично. Если я не ошибаюсь, как бы две зданки выполнены, и у меня будет пятый левел. Правильно или неправильно? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопросик. Правильно или неправильно? По факту, охрен-то. А
очков опыта мало. Потому что я сделал мало фрагов. Ладно, не суть. Наша главная задача — это выполнить ежедневные задания, а не еженедельные. Еженедельные успею, в любом случае. Они никуда не пропадут, они всегда будут, и как бы они сами спокойно выполнятся. Вот. Так, что там у нас следующее? Вроде как в дуэли монстров, если я не ошибаюсь, то есть в новом режимчике. Это очень классненько. Так, давай сходу. Получить 600 очков опыта в режиме дуэль монстров 3 на 3. Let's go. Итак, дуэль монстров у нас начинается. Получается 3 на 3. Давайте погнали аккуратненько. Не торопимся. Минус 1. Опа-на. Какие тут звуковые сопровождения-то. Так, еще минус, и чел получает снизу. Тиммейт его забирает. Отлично. Первый раунд за нами. Посмотрим, как пойдет потом. Дальше, вернее. И задание будет в... А, так, очки, получается, они даются за фраги. Все, значит, мне надо прям по фулам все фраги забирать, потому что, ну... Чел вниз, чел вверх. Минус один. Минус 2. И третье, я так понимаю, сейчас заберут 104 опыта. А чел внизу. Нет, нет, нет. О, минус 3. Отлично. 130 из 600. Великолепно. Итак, последний раунд. 338 урона из 600 мы с вами нанесли. Это как бы не урона, а очков получили. Какой урон, блядь? Чел снизу. Все, минусанул. 8-0. 390 очков опыта. Это, конечно, маловато. 15 на 2 отыграл. Нужна еще одна катка. Поэтому погнали в еще одну. Кстати, вопросик. Есть ли еще задание? Есть. Убить 8 противников в режиме дуэль монстров. Нормально. Сейчас по-быренькому. Как бы еженедельно, опять же, оставим на потом. Главное, ежедневки. Не забываем про это. Итак, осталось 2 очка опыта. Просто ставим хэдшотик с дигла. Челики потные, на самом деле. И что это было? 0 урона нанес. Пинг не настолько большой. Короче, непонятно. Сейчас, на самом деле, и с серверами соу-соу, и, в принципе, оптимизейшн, как бы... в плачевном состоянии. Даже у меня на эмуляторе как бы просадочки нехилые бывают. А чё они друг друга зарезать не могут? Они убить друг друга не могут? Чё за фигня? Ребят, тащите, пожалуйста, плиз. Не тяните время. Спасибочки. Итак. Что мы сейчас делаем? Делаем килл. Ой-ой-ой. Ноускопы, не ноускопы? Вопросик хороший. Не, не ноускопы. Ну, ладно. А мы вот так еще сделаем. А, не, мы ноускопик сделаем. И челик там получается. Отлично. Задание у нас еще одно. Убить 80 противников. Поэтому остаемся все равно у вас задание. И убиваем типов. Это нам надо. Отлично. Катка сыграна. Let's go. Получается, что? Пройдемся немножечко по еженедельным заданиям. Потому что они как бы тоже имеются. Поскольку, кто не в курсе, как бы Хэллоуин, ивентовое обновление, не только в станке, еще и на Барвихе, поэтому и в Барвихе дофига еще видосов нужно снимать, это просто обосраться, поэтому я как бы чистые злойки, можно как бы видосик закончить и продолжить ежедневное задание уже завтра, как бы тоже видосик, но нет, 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 я, пожалуй, да запишу Барвиху, у меня время как бы уже 11 час. Это как бы печально, но ладно, ничего страшного, все равно как бы записывать надо, надо проходить стабильненько все, чтобы потом не оставлять, разбираться с этим, как бы видос же не будет на 10 минут, правильно? Правильно. Нанеси 5000 урона в режиме союзники. В соло идти не хочу. Получи 3000 очков опыта в режиме эскалация. Вот это мне уже больше нравится. Let's go. Итак, здесь счет 1-1 получается. Я зашел за КТ, это печально. За эскалацию за КТ играть вообще ненавижу, потому что это... Ну, как бы сложно, наверное, поэтому... Куда ты там летишь, дорогой мой? Еще одну флешку в сайт бахаем. Опа, начал здесь. Сюда минус 2. Ласт тип... А, ласт типа нету. Все, еще и дефаем. Понял, не дефаем. Получается 1968 очков из 3000. Ну... Ладно, ничего страшного. Выполняем. Тем временем счет выровнялся. 4-1, ну как сказать, выровнялся. В мою пользу, естественно. 7-0 иду по КД. 2128 опыта нанесено. Б-плент.
Let's go, аккуратненько, не торопясь, залетаем. Уничтожаем противников, дефаем и не парися, получается. Чел на лангу, где, не знаю. Вот и... А, еще... Минус 2 чел дал. Ну ладно, раунд наш, 1192 опыта, как... Стоп, я же 2 фрага дал. Не помню. А сколько было до? Я не запомнил, ладно, не суть. Итак, ластовый раунд, я надеюсь, по крайней мере, 11 на 1 иду, вообще супер-пупер отлично, у нас апленд, let's go, я уверен, мы затащим, потому что это, ну, не проблема, реально, не проблема, челики слабые, они вообще ничего с танки не понимают, сейчас просто на... А, это наш подгорел, я уж что-то не понял, по крайней мере, должен наш, ага. Окайна. А, все, типа закончи. Еще и я дефу. За деф, кстати, дают очень много очков опыта. 2320? Немного, нифига. Ладно, погнали в следующую катку. Итак, вторая каточка уже идет в процессе. Я настрелял 3 фрага. 2528 очков опыта из 3000. Ну, типа такое, соу-соу. Ладно, давайте, погнали. Тёмку пушить будут? Нет, даже не думают. Б-лонг пропушили. Опа-на. Нифига себе, минус 83. Посмотрим, что моя команда сможет сделать. Получается, кейсы были. Б-лонг, под фонарем, типа, ребят. Под фонарем. Я, конечно, понимаю, войса нету, его не вернули. Ребра левые. Правые. Извиняюсь. Я так понимаю, ребята... А, чел затащил. Хорош. Забирай его тоже. Ну, ё-моё, не парься. Понятно. Итак, 2688. Отлично просто. Красота. 4-0. 6 на 3 иду. Ну, чё там типчик, короче, взял минус 4, дал, просто в смоку засел. Просто как-то вряд выстрелились, ошибочку совершили вот такую. Так. Я думаю, за эту катку вообще спокойно это задание можно выполнить, если, конечно, делать фраги. Вот поэтому лучше играть за Т. За Т шансов настрелять фрагов больше. Реально. Минус один. Давайте сейчас постараюсь сделать максимум фрагов. А, все. Жалко. Мне бы дал раздефать, брат. Мне бы дал раздефать. Ну ладно. 2752. 5-1. Если у Тэшников чел выйдет, я обязательно зайду за них. Потому что у меня сомнения появляются, то, что я успею выполнить задание. Окей, два последних раунда. Челик здесь. Как бы взял, затащил. Не челик, а челики. Вы что, дураки? Вы что, долбанулись нахрен? Так, окей, фраг есть. Еще двоих надо будет забрать. Надеюсь, их заберу я, а не тиммейт. Окей, один я. Я понял, где тип. Нет. Ладно, деф. И под конец деф и задание выполнено. Красота. А чё у нас еще по заданию? А больше заданий нет. Ну, последний раунд, кому? Доиграю. Задание выполнено, вообще по кайфам. И, кстати, у меня игра вылетала, и в инвентарь добавился новый предмет, и еще один новый предмет. Чармик, ё-моё. Вообще красота. Сейчас давайте, let's go. Этот, ну, окей, этот чармик мы знаем, а что там выпало, я не знаю, у меня просто игра вылетела. Вот в чем прикол. Я перезаходил и не стал заходить в инвентарь, думал, интрижку сохраню, ну, как бы я так и сделал, по факту. Так, два новых предмета. А, это бокс! Тьфу ты, блин. Бокс фигня из фри... Из фрипаса. Да. Предлагаю при... А на что мне применить-то? На что мне применить? Ай, ладно, не буду ни на что применять. Пофигу, пятый левел у меня. Получается, убить 8 противников в режиме дуэль. Let's go. Итак, катка здесь уже идет достаточно давно. Зомби, получается, выигрывает. Это мне не надо ни в коем случае. А где чё? А, есть инфа. Вот сюда. 40 убийств сделан. Нужно 80. Да. Не знаю, сможем у чела пинг. 581, это обосраться. Не знаю, смогу ли я
фастиком. Выполни, чел сверху. Брат, оставь мне. Спасибо за то, что оставил мне. 42. Не, реально, это прям будет долго. Это прям будет долго, муторно, но... Типа, сколько я могу фрагов максимум сделать? Ну, 8 раундов по одному, наверное, 10. Да куда? Понял. Чел снизу. Ага. Челики оба здесь. Минус. И чел меня забирает. 44, получается 5. Ну, в принципе, 10 минимум фрагов делать можно спокойно, на самом деле. 10 минимум фрагов. Ну, окей, окей. Итак, счет 7-7. Последний раунд. Ё-моё, я в прошлом раунде сделал 2 фрага. Сейчас... А, тип сверху. Окей. Тип снизу еще есть. И еще один тип сверху. И затащили. 48 фрагов. Мало. Мало. Нужно 80. Заданки максимально простые, но на них нужно время. А у меня как бы времени ограничено. Очень даже сильно, на самом деле. Ну ладно. Погнали в следующую каточку. Итак, у нас следующая каточка уже. Минус один. Минус два. Минус 3, ё-моё, красота, 51 фраг у меня. Осталось 29. В процессе, не переживаем, не торопимся, как бы выполняем. Как бы потихонечку. Минус один. Оба сверху, еще один сверху, типа. Вот, опа! Окей, бесполезная хаешка достаточно. Все, минус 2 фрага. То есть за 2 раунда уже 5 фрагов сделал. Осталось 27. Ну, 27. Это еще получается, с учетом этой катки, еще 3, мне кажется. Что-то примерно как-то так. Челики сверху. Сейчас будет прыгать. Ага. Чел уже в спине. Он будет прыгать здесь. А! Челики мои уже сверху были. Ладно, нормально. 3-0, 7 фрагов. 25 осталось. Фух. Погнали. Меня знаете, что радует? То, что тиммейты особо играть не умеют. И тот же самый я, который как лох слился, не смог навестись. Классно. Так, по 90 хаешка и все. Ну, нормально, в принципе. Можно хаешку вот так вот сходу бахнуть. Так, я пожалуй. Мне что-то очко. Окей, минус. Окей. Чел был снизу. 61 фраг. Осталось 19. Ну. Соу-соу. Нормально, нормально, нормально. Не сым. Не очкуем. Главное делать фраги 13 фрагов. То есть, опять же. Так я 20-ку наделаю. Только сверху. Один чел снизу. Тиммейт, умри. Спасибо. Опа-на, вот это я что-то не фликнул. Ладно, ниц. Хотел сказать, не церемонюсь, и не успел сделать ноускоп. Но сейчас опять челики сольют этот раунд. 100% мои тиммейты. Гарантирую, гарантирую. Они хрен что сделают. Чел снизу, на респе. Ну реально, смотри. В ногу попал, брат. Ну... Молодец. Молодец. Один из фрагов остался, что могу сказать. Минус 3 оформил прямо сейчас. Тиглецкий, давайте, погнали. Нас двое осталось. Это меня радует. Еще тиммейт не делает фраги. 21 фраг у меня. Идите нафиг, лагучие твари. Окей. Не торопимся. 71 фраг. Осталось сделать последний. Ага, окей. Я тебя понял. Что я могу сказать? В принципе, то, что я получил в голову чипалах, это хорошо. 23 фрага, между прочим, у меня. То есть мы играем еще один раунд, и я еще могу спокойно настрелять киллов. Чел идет снизу. Минус один.
минус 2. Вот вопрос, сделать ли мне минус 3. Вот делать или не делать? Ладно, сделаю. Осталось 16 фрагов. Каточка отыграна. Вообще красота. 8-5. 26 на 5. КД больше 5. Классно, погнали в следующую катку. Итак, новая катка. 2 на 2. 6 фрагов. Пинга ни у него, ни у меня нет. Что это было? Что это за зависание в воздухе? Сервера лагают. Окей. Давай, братанчик. Хочешь забирай, хочешь не забирай. Мне как-то по-гу, если честно. Так, против нас уже трое. Это хорошо. Это хорошо. Получается, сейчас спокойно оформляю минус 3, если тиммейт сольется. Ну ты не парюсь. А зачем париться, правильно? Ох, ёпта нас. Ух, я лоханулся, я просто, ну нахрена. Я думал, один уже забежал. Но он ни хрена не забежал наверх. А надо было бы. Граффити бац и еще раз бац. Вверх будет. Будет низ, которого забрали. Ну нахер. Давай, прыгай. Ну и чё ты? Ну все, ну это анскилл уже с моей стороны. 75. Я не могу последние 5 фрагов сделать. Я за эти раунды сделал один фраг всего лишь. Один. Чё за бред? Давай, давай, let's go, собрались. Full фокус максимальный. Давай, погнали, ёба. Погнали, не расслабляемся. Ни в коем случае. Давай, бац, бац, бац. Где сходу минус один? Сходу минус один. Сверху не вижу, все внизу. Все внизу, это кто? Вопрос хороший. Так, минус 2. Все, минус 3, отлично. Осталось еще сделать и минус 2. И все. Задание, акцент заявляет, что выполнено. Это хорошо, это классно, это просто офигенно. Батл пас в процессе прохождения. Все, больше ничего сказать не надо. Идешь нафиг. Чел, вверх, вниз. Вверх. Пожалуй, на свою респу вернусь. Не, не буду мучиться. Окей, там чел на лестнице. Он это забирает. И чел где-то внизу, получается, его скин остается, да? Да. Тиммейт. Спасибо, конечно. Но зачем? Мне тоже фраги нужны. Но не надо вот это вот свои телодвижения делать. Капец, как много граффити уже настало. Давай. А, у нас получается вантап. Ой, ну сколько? Разберемся. И, ой, ну и под конец. Смотри. Просто флик. Брат. В прыжке, значит. Ой. Заданий больше нет. Это победа. Задание выполнено. Итак, 5-й левел. Батл пасса. Это офигенно, это классно, это супер. Ежедневки выполнены. 3 еженедельных задания выполнены. Все, с кайфом. Думаю, на этом закончим, потому что остались союзники. Остался соревновательный режим, командный бой. Обычно я играю перед стримом. Стримы, что проходит понедельник, среда, пятница в 17:00 по МСК. Вот, там мы играем ММ, напы, клановые. И обычно в КБшке я как раз таки разминаюсь, и это как бы спокойно выполнится. Это надеюсь, вам это видео понравилось. Пожалуйста, любите лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях. Баташник или получилось. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Всем пока!